Здравствуйте, дорогие друзья, это в гостях у Система, и на этот раз мой гость Unhuman. Привет. Привет. Значит, по старой доброй традиции расскажи о себе, чем занимаешься, сколько лет, где живешь. Ну, зовут меня Станислав, Стасон, Стасян, как всем удобней. Занимаюсь я, ну, в основном играю, конечно, работаю, не учусь, отчислили. В общем-то, вот. Понятно. Вообще, расскажи, как вот познакомился с игрой? Ну, познакомился с игрой я достаточно... Ну, как только она вышла, я тогда вычитал в журнале то, что выходит Team Fortress 2. В детстве любил Team Fortress Classic играть, для меня это было любимое занятие. В журнале вычитал, что выходит Team Fortress 2, и первым делом я пошел искать Orange Box, который не нашел. Купил отдельно три комплекта игры и, соответственно, начал играть. Там уже я втянулся на паблик, меня это засосало. Инженер мой первый класс был, 7 часов игры подряд на Туфорте. Ну и, в общем, потихонечку я начал вот играть, а потом уже как-то вошло то, что меня заинтриговала эта игра, ну и пошло дело. А вот в те давние времена, еще когда в классик играл, на каком там классике? Ни на ком, я несерьезно играл, просто по фану, я еще маленький был, я просто ходил, стрелял, мне нравилось и все. В основном солдат, конечно, то есть проще всего было брать какие-нибудь ракеты и стрелять, убивать, все. Понятно. А вот когда в TF2 вот уже начал играть, на каком классе? Начинал я, если серьезно, начинал играть, я тогда играл на Туфорте, познакомился впервые с Годиком. Мне показал высший класс на Гномене. Мне это тоже очень дико понравилось. Я помню, что это такой очень перспективный класс, и я выбрал себе Димамена мейном. Проиграл на нем 2 года. Ну, так, достаточно эффективно, но я ожидал больше от своей игры, поэтому я его забросил, в конце концов. Сейчас я играю скаутом. А вот расскажи вот про свой путь на скауте в соревновательном TF2. Ну, так, когда я играл на Димамене, стал вопрос в том, что я играю достаточно не очень эффективно на нем. Я понял, что вопрос нужно решать. Я пригляделся, на чем мне больше всего проще играть, я выбрал скаута. То есть стреляешь, бегаешь, попадаешь, и игра достаточно идет быстро. То есть для меня важно, конечно, чтобы игра шла быстро. Ну, 2 года на нем отыграл, потом пересел на скаут, и там дальше... Собственно, где-то побегал по командам, проигрался, потом меня позвали на LAN. Там мы заняли первое место, Спандела, Чизи, Спайси и Сиклиста за нас еще играл. А, и Васику. Привет ему. Ну и, собственно, мы заняли первое место. Я понял то, что это для меня само оно. И дальше там меня уже и сборные начали брать куда-то, и... Потихонечку я начал продвигаться и дошел вот до первого дива. Ну, время не считаю, потому что я там так чисто числился. А вот на данный момент сейчас где играешь? Сейчас я уже не играю, я забросил эту игру, потому что мне уже стало неинтересно, азарта никакого нету. Поэтому я уже не играю в основном. Чисто захожу иногда поиграть какие-нибудь миксы вечером, если просто расслабиться. Но все-таки... Запускаешь, да, поигрывать все-таки все равно? Да, бывает, потому что в основном мне другие игры вообще интересы не вызывают. Синглплеерские игрушки я уже давно забросил. Мне интереснее играть с живыми людьми. А из игр, где можно. Ну, которые мне интересны, я таких не вижу. То есть Fortress не остался таким. Ну, игр сейчас выходит на самом деле очень много. Они перенасыщают, что ли, рынок, то сейчас уже. Их столько много, что даже что-то такое яркого и нету. И все... Ну, все что-то пытаются что-то новое придумать, но в итоге это никак не приживается, и все равно все приходят к старому. Потому что проще всего запустить какой-нибудь простой Counter-Strike, зайти, пострелять и... Да, да, абсолютно. Это простая игра, скачал, запустил, поиграл, море удовольствия, минимум требований компьютера. Согласен. Тогда... Немножечко пройдемся таким немножко баянистым, что ли, вопросом. Вообще, как вот оцениваешь положение ТФ-чика на данный момент? Ну, положение ТФ-чика... Игра не мертва.
нее, если... Все зависит, конечно же, от разработчиков. Если они из нее возьмутся, то, конечно же, не огромные перспективы, но они не занимаются, поэтому она потихоньку, конечно, гибнет. Это, я думаю, вопросов нету. Потому что людям практически неинтересно 6 на 6. В основном, конечно, проще зайти стрелять и расслабиться вечерком. Как делают на пабликах Алисы, всем известных. Ну и положение печально, на самом деле. Ну еще я не считаю, конечно, трейдеров, которые сидят и вместо того, чтобы играть, занимаются какой-то фигней, честно говоря. Вот, кстати, по поводу трейдеров вот этих вот, да, всех, смотри. Ведь говорят то, что Тейвчик там живой, у него аудитория там ежедневно очень большая. Большой онлайн у него. Ведь такая хорошая доля игроков вот этих вот этого онлайна, это простаивающий на трейд-серверах... Ну вот именно, если на самом деле посмотреть список серверов, мне тоже интересовала тема, я так зашел, посмотрел, там половина серверов Achievement Idle, которые сидят и заполнены просто идлищими игроками, которые фармят себе айтемы, чтобы их потом перекрафчивать. Ну, да. Не знаю, я на эту тему не увлекался особо, но для меня, честно говоря, кажется совершенно бессмысленным занятием. То есть, если играть, то играть, надо что-то добиваться, серьезно подходить к делу. Если тебе это надо, то, конечно, занимайся. Ну, кому-то это интересно, что-то коллекционировать, что-то собирать, продавать. Кто-то на этом, может, даже зарабатывает, но это не для меня никогда. Согласен, да. А вот тогда перейдем к соревнователям ТФ. Расскажи, какими качествами должен обладать игрок высокого уровня? Какие должны быть присущие ему качества? Ну, каждый игрок высокого уровня, как по мне, должен понимать, чего он хочет добиться вообще от игры, какие от него требуются цели. Каждый игрок должен знать, что от него, что он должен делать, что его класс должен делать, все его плюсы, минусы, и понимать, в какие моменты, как надо действовать. Надо полностью быть сосредоточенным на игре, конечно, совершенно эмоции убить. Потому что это большая проблема многих игроков. Я тоже этим страдал и до сих пор бывает страдаю, то что взрываюсь. Но это, конечно, надо от этого избавляться, потому что это очень сильно мешает игре. В общем, надо полностью себя отдавать делу и, как говорится, долбить в одну точку, чтобы чего-то добиться. Эти примеры уже всем известны. Shadowburn какой-нибудь, Майк, которые хотели чего-то достичь, они пошли, натренировались и... показали высший уровень игры. А вот по поводу тренировок, можешь сказать, как ты там тренировался, поднимал скилл? Ой, на то время, когда я играл, начинал играть с всех хамо-модов, демов, которые сейчас есть, их не было. И единственное, как я поднимал скилл, это, конечно, просто играл по ЦВ. Потом появились хамо-моды первые. Тогда мне... Чабоб с ним познакомил, очень старый игрок, кто знает, конечно же, все, я думаю, хорошее у него мнение. Ну, он мне показал это, мы вот целыми днями, бывает, там по 2-3 часа сидели, играли, долбили в одну точку на солдатах. Это, ну, блин, мне тогда это нравилось, было прикольно, а потом как-то прижилось все, и я уже был доволен, в принципе, своей стрельбой. Пока, конечно, меня там не взяли дивами повыше, потому что там уже тоже начались проблемы. Там я уже понимал, что мне нужно повышать свой скилл. Я уже садился на ДМы, которые появились потом. Бывали моменты, по 4 часа сидел без перерыва. Для меня это было тяжко иногда. Но какие-то результаты тоже были, в конце концов. Но это все-таки я понял, что не для меня. А вот можешь как-нибудь сравнить игроков одного и того же класса, да, из шестерок и из Хайлендера, например, тех же солдат? В чем они будут различаться и какой из них будет, наверное, посильнее, на твой взгляд? Я немного не понял вопроса. Сравнить солдата, например, одного солдата из Хайлендера, а второго, например, из шестерок. Это же совершенно разный там будет стиль игры. У одного там свои какие-то моменты, у второго там свои, например. Ну, солдат там или там скаут, неважно. Вот, вообще вот эти ну, класс. Девятка в основном сол, там, ну, конечно, ходит где-то на флангах, аркадит, пытается ну, что-то где-то уцепить. В принципе, он как скаут играет, по сути. Только более медленный, но более дамажащий. Шестерка, конечно, это важность того, чтобы сол присутствовал именно в нужный момент, нанес именно в нужный момент нужное количество дамаги и всегда знал, когда вылететь. В общем, совершенно другое позиционирование идет между этими солдатами.
И поэтому это важно понимать. Потому что если шестерки тебя не будет в нужном месте, то когда начнет замес, то это, конечно, все очень сильно скажется на результате. Поэтому совершенно разный стиль игры. А вот по скауту, например, который тебе ближе, что можешь сказать? Тоже из Хайлендер, например, скаут из шестерок. Скаут, в принципе, для меня, ну, стиль игры у меня что на шестерке, что на девятке всегда был один и тот же за скаут. Это где-то помогать, где-то все время быть рядом с кем-то и оказывать содействие. То есть начинается замес, тоже оказаться нужно время, что-то кого-то выцепить, попытаться выжить при этом и сделать максимум пользы, принести к своей команде. Но что на шестерке, что на девятке, в принципе, цели одни и те же. Ну, есть, конечно. Ну да, и естественно, и там самое важное, конечно, это отдавать приоритет точкам, а не телеги, точки. И, конечно, игра идет на точке, а не на фраге. Угу. Так, а вот такой вот еще вопрос. Что, например, важнее для команды, или это в равных степенях важно? АИМ или все-таки тимплей? Ну, как тимплей, АИМ? На самом деле, тимплей, как подразумевается, он подразумевается с информацией. Ну, то есть тебе надо именно знать, когда тебе нужно идти вперед, когда тебе отступать. А так, в основном, каждый игрок должен для максимальной эффективности просто сам знать, что он должен делать. А им, конечно, безусловно, это неотъемлемая часть, потому что скауты, те же самые в первой премьер-диве, они просто перестреливают всех и вся. Естественно, дальше начинается в первом диве схожесть АИМ у всех. Поэтому единственное, что решает, это кто насколько настроен на игру. Естественно, играет само эмоциональное состояние, без этого никуда. Но там уже, естественно, тимплей решает в первом диве. Кто насколько быстрее умеет реагировать и как быстро передвигается вся команда по карте. Ну вот такая вот абстрактная ситуация. Играют две команды, одна команда 6 аимеров, ну 5 и медик. А в другой команде аимеров нет, все такие средние стрельбы, но зато у них там великолепный тимплей и взаимопонимание. Какая, на твой взгляд, одержит победу? Вторая, безусловно, потому что уже были такие ситуации, когда собирались команды уже, которые просидели очень много на МГЕ. В ДЦ, например, были проблемы. Я не помню, в какой команде тогда играл, но мы против них играли. И в конце концов, естественно, побеждали, потому что, да, тимплей решает. Но, естественно, если у человека есть АИМ, то тимплей-то он рано или поздно научится. Так что, такое. А вот тогда от соревновательного немножечко отойдем. Про нужность-ненужность классов. Давай затронем этот вопрос. На твой взгляд, есть какой-нибудь в игре ненужный класс? Да их полно, на самом деле. Потому что, ну, если затрагивать вот 6 на 6, начнем по порядку. Ну, вообще, на самом деле, почему 6 на 6 играет в таком формате? Потому что выбрали самые эффективные классы, которые умеют максимально быстро передвигаться по карте, брать точки максимально быстро, ну, оказываться в нужном месте в нужное время и наносить огромное количество повреждений. Взять первый пир у нас идет. Он достаточно медлителен. Это раз. Он не может пересечь какие-то препятствия, куда-то забраться снизу наверх. Он, чтобы нанести ему повреждение, ему надо пройти вплотную. И это дает просто огромный риск его смерти. Хэви, ну это один из, на самом деле, вот Хэви очень используемый был в свое время класс. Я не знаю, почему сейчас не особо много пользуются, хотя, может, я не в курсе. Но он медлителен, конечно, он, но это, пожалуй, один из самых главных минусов, потому что в остальном он во всем выигрывает, и это показал в свое время один из игроков Orly Tetris был, все его помнят, я думаю, который играл на Heavic и просто показывал блестящий результат игры на нем. Он просто занимал самую нужную позицию в нужный момент и всех убивал. Поэтому Heavic, он нужен, да, я считаю. Но тоже все зависит от стиля игры команды, но это такое, там уже свои нюансы. Инженер, я думаю, объяснять не стоит, потому что вот основная цель заключается в том, что он сидит на одном месте и ставит свои постройки. А так как
команда постоянно передвигается с одной точки на другую, пока он будет переносить эти постройки, уже все заканчивается. Медик нужен, без него никуда. Снайпер, на самом деле, я никогда его не признавал. Для меня это был самый нелюбимый класс. Я вообще снайпер не любил играть, у меня отдельная нелюбовь к нему. Но все зависит от игрока, того, как он попадает или нет. И очень часто оказывается то, что пришел на ПЦВ, у тебя плохое настроение, ты стреляешь со снайперки, ни в кого не попадаешь, ты бесполезен, ничего не делаешь, и в результате играете 5 на 6. Либо ты попадаешь, всех убиваешь, и все заканчивается хорошо. То есть класс совершенно нестабильный, и он совершенно ненадежный, и не подходит, я считаю, никак. Ну и спай тоже такая отдельная тема. С одной стороны, может Вадим Ник все вытащить, но с другой стороны, очень хилый, если, не дай бог, он спалится, то там уже перевес идет. Цена ошибки очень высока. Да, цена ошибки в любом случае очень высока. Всегда, когда умирает игрок, это плохо. Ну это тоже очень ненадежный класс, как и снайпер, поэтому я никогда его не признавал особо. Ну понятно. Тогда такой вот вопрос. Вот на данный момент вообще сейчас стоит там из молодых ребят кому-нибудь начинать, там тренироваться, пытаться там куда-то в какие-то дивы пробиваться. Вообще есть смысл в этой игре лезть вот сейчас, вот когда ты еще новичок, вот, там соревновательный вот этот вот весь. Да, конечно, стоит. Если это интересно, почему нет? Как любая игра, в конце концов, она умрет. Будет какой-нибудь Counter-Strike, Team Fortress. Counter-Strike 1.6, как я знаю, он уже умер практически. Потому что там Na'Vi вроде распались, они перешли на CSGO. Все дезморали, они все перешли. Ну, насколько я знаю, может, я не прав. Но замена если... просто вышла, и их всех деньгами переманили в CSGO. Ну, вот, хотя CSGO да, никому поначалу не нравилось, всем нравился 1.6. Ну, все перешли, в конце концов. Но в любом случае, если тебе нравится этим заниматься, если тебе действительно интересно, почему нет? То есть, на самом деле, сейчас народу, несмотря на то, что, конечно, много идлеров, трейдеров, народу, которые играют и 6 на 6, и которые просто в паблик играют, навалом. Количество команд ТВДЛ зашкаливает. И можно, нужно даже. О, понятно, хорошо. А есть какой-нибудь у тебя вот девиз, что ли, свой? Вот, как вот позиция какая-то, может быть, такая жизненная или игровая? Как вот вообще? Ну, позиция есть на самом деле. Я как бы с самого начала с ней пошел в ТФ и к ней пришел, то что надо с точкой точно знать, чего ты хочешь добиться. То есть просто чем-то заниматься — это бессмысленно и глупо. Надо ставить себе точный план, точную планку, чего ты хочешь достичь, и при достижении ее уже решать, хочешь ты подниматься выше или тебе это уже больше не нужно. Я в свое время добился чего хотел и уже как бы не играю. Это и по жизни, в принципе, я считаю правильно, и в игре всегда нужно знать, чего ты хочешь. Согласен, надо ставить цель и идти к ней. Да, да, да. Адекватно, только цель, адекватную какую-то цель. Да, ставить цель и долбить в одну точку и добиваться этой цели. Согласен, согласен. Ну что, будем подходить к концу. У меня тут в передаче по традиции в конце гость передает привет друзьям, знакомым. О-о-о. Ну, я передаю привет Сиду, Чаби, Васе, Панде, Чизи, Спайси, Маготу, Река, Фарсакину, White Glow. И вообще со всеми, с кем я играл, всем спасибо. С вами было очень круто, очень весело. В общем, да. И всех, кого люблю, всех, кого знаю, всем привет, привет, привет. Отлично. Значит, заканчиваем выпуск. Значит, обращаюсь к зрителям. Зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите новых выпусков. А так, до новых встреч и пока.